Ciao amore, ciao, c'è la mamma, vieni qua, sono io tesoro, amore. Доброго времени суток, дорогие друзья. Приехала за Чакушкой, сказали мне вывести погулять с ним. Вот, видите, взяли у него кровь. Взяли у него также мочу на анализ. Чакулечка, маленький мой. Я тебя вижу бодрячком. Господи. Молодец. Давай, фай пипи, амуре. Дай, фай пипи, дай. Ну-ка, посмотрим. Но, правда, сказали, недавно выходили с ним. Но все равно сказали, фарунджиретто, погулять. Давай, пописи, Чак, пописи, а мы посмотрим. Ну, давай. Видите, какой он. Преокупато такой. Ой, побрили, Чакушку, побрили, побрили. Ай-яй-яй, опять побрили. Ну, делали УЗИ так, как надо. Побрили животик. А ну, писни, Чак, писни, писни. Ну, давай. Не хочешь писать? Мой хороший. Как же я переживала, Господи. Ой, сегодня утром позвонили. Сказали, что у Чакушки цистит и простатит. Ну, то есть простата воспаленная. Но это так было. Просто сказано, что предположение. Сейчас, когда я дала окей сделать все анализы. А ну. Не, хотел пописать, но, видать, нечем. В общем, ему сделали все анализы, так как он здесь был, на голодный желудок. Взяли кровь, мочу. Опять-таки, новое УЗИ доскональное. И сейчас я жду врача. Погуляем сейчас немножечко и пойдем поговорим с врачом. Что нам скажет. Вот. Так что, ребята, вот такие дела. Чакулька! Ой, ты мой солдатик, ты мой. Ой, ты мой солдат. Ой, ты, куда ты тянешь прямо? Прямо тянет он. Эй! Шлейку какую-то нам дали. Смотрите, ребят. Красивая. Ой, красивая какая шлейка. Пойдем. Чакушка, пойдем назад. Пойдем, 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 пойдем. Ай, какой красивый мальчик в этой шлейке. Ой-ой-ой. Все, идем опять в клинику. Наблюдаю за вороной. Что-то она там клюет. Что-то она там нашла. Ай, что-то кушает, да. Ага. Да, кушает. Может, кусочек хлеба нашла? А, понесла что-то во рту. Так, ладно, Чак, пойдем, будем заходить. Пошли, пойдем, пойдем. Не хочет ничего сделать. Ну ладно. Ну вот, ребят, вечер. Я после работы заехала домой. Взяла гормон тироксин чаковский и привезла в клинику. Они будут брать анализ опять на щитовидную железу. Поэтому 8 часов, так же как мы, вечера, дадут тироксин, и через 3 часа они
сделают забор крови на этот анализ. Вот, сейчас я буду разговаривать с доктором Клаудией. Она сейчас занята, у нее визит. Вот, ну и посмотрим, что расскажет доктор Клаудия. Вот, она подведет итог всех, всех анализов и так далее, и УЗИ, и все расскажет. Ждем. В общем, ребят, такие новости. Чак едет домой. Не будут делать забор крови для анализа по щитовидке, потому что завтра суббота, анализ будет валяться. Договорились, в следующий четверг доктор Клаудия будет в ночную. Я как раз привезу Чака, сделаем анализ, вот, спокойненько, в четверг. И в пятницу анализ поедет дальше. Вот, потому что анализ этот исследуют не в этой клинике, в специальной лаборатории. Поэтому Чакушка, поеди сейчас домой. Сейчас мне его приведут. Где? Это Чакусенька! Чаки! Амори! Чаки! Матюкино! E sono qua, amore! Sì, andiamo! Amore, sono qua, tesoro! Guarda, guarda, qua, amore! Ma io sono qua, amore! Amore, mamma, qua! Ma io sono qua! Вот, ребят, сутки без еды и похудел еще. Так, ну вот, ребят, мы вышли. Клиника Клаудия еще работает. Вот, Чакушка уже готов к поездке. Сейчас поедем, да, Чакусенька? В общем, ребят, поговорили с Клаудией, рассчитались за все анализы, все. В общем, у Чакушки, скорее всего, от того, что у него иммунитет ослабленный, вот развился цистит. Также воспалена простата. Вот. Пока что сейчас принимать будем лекарства от противовоспалительного. Никаких нам не дали антибиотиков, так как показатели крови, ну, показывают, что, ну, и белых кровяных телец не так много. Вот. Ну, то есть, как бы, пока что не нужен антибиотик. Вот. Насчет тироксина, насчет щитовидной железы, как я уже говорила, не стали сейчас делать анализ, так как завтра у нас суббота. И, естественно, лаборатория закрыта будет. Через недельку сдадим. Ну, а пока 5 дней будем пить лекарство, которое нам прописали. Противовоспалительное, ну и плюс левента, тироксин, обычный наш. Вот. Ну а сейчас, ребятушки, едем домой. Вот, Чакушенька. Ой, у меня батарейка сдохла. Сейчас отключится. Ладно, ребят, все хорошо. Зато нам почистили еще вот эти вот железы анальные, да. Ну, в принципе, никогда Чак не показывал. Оно его не беспокоило, поэтому надобности не было. Но вчера доктор ему почистила. Так что, вот, да, Чакушка? Чистенький ты теперь, да? Все хорошо. За 11 лет почистили. Ребятушки, спасибо вам большое за то, что вы у нас есть. За вашу поддержку мощную. Ребятки, как же приятно. Вчера я так испугалась. О, боже, боже. Да, еще доктор сказала, что мы молодцы, что отреагировали, сразу приехали, не затянули, не дожидались утра. В общем, мы молодцы, ребят. Надо реагировать сразу же, потому что микробы, они развиваются, и потом на лечение больше времени тратится.
Все, ребятки, всех целуем, любим. Пока-пока-пока. Чекусенька, скажи всем пока. Ой, ой, упал. Куда ты упал, блин? Чак и упал со скутера. Сейчас поедем. О, ты уже в сумочку, что ли, хочешь залазить? Он уже в сумочку, смотрите, хочет залазить. Ну, Чакушка, иди сюда. Может, в туалет сходишь? Давай. Давай, иди в туалет сходи. Сейчас будем одевать свитерочек. Все будем одевать и поедем. Чаку пора уже кушать. Ой, ребят, вот это сутки он без еды. 12 килограмм собака. Ну что это? 12 килограмм французский бульдог. Посмотрите, одни кожа до ребра. Ой, ужас, не могу смотреть. Ладно, доктор Клаудия сказала, кормить по возможности, что кушает, то давать. В общем, нету ограничений, пусть кушает. А, по УЗИ не сказала. Все хорошо, все органы, все хорошо, все отлично. Так что УЗИ прошло хорошо. Все у нас хорошо. Все, едем домой. Всем счастливо. Пока-пока-пока. Ну вот, ребятушки, мы уже дома. Вот все наши анализы. Это все, что касается крови. Вот. В принципе, все показатели в пределах нормы. В принципе, это УЗИ. Тоже органы все нормально функционируют. Нет каких-либо нареканий. Селезенка по-прежнему немножко увеличена. Ну и показывает, что мочевой пузырь тоже вот симптом показывает, что воспаленное. Ну и назначили нам фармако, вот такое средство противовоспалительное, дефлокам. Один раз в день, 5 раз в неделю. Ой, что я говорю, 5 дней в неделю. 5 дней, короче, принимать. Ребят, устала, заговариваюсь уже. Спала сегодня 3 часа всего. Сейчас будем ложиться спать. Чак уже покушал, принял лекарство. Вот. Набирается в эту пипеточку. Значит, на 1 килограмм 1 деление. Ой, что ж ты не фокусируешь? Смотри, не фокусирует. Ну вот. Так, как же показать-то? Ну вот, видно, да? От 0 до 5, 10. Ну, так как у Чака 12 килограмм, 450 грамм, ну вот 12. И набираю это средство. Вон оно жиденькое. И Чакушка проглотил уже на полный желудочек. Вот пока такое лечение. Анализ мочи отправили в другую лабораторию, потому что в клинике нету такой лаборатории. Будут делать посев и смотреть бактерии. Вот. Тогда будет понятно, цистит бактериальный или воспалительный. Ну а вообще это все, как уже мы поняли, на фоне ослабленного иммунитета у Чакушки. Вот Чакушка уставший, видите, лежит, отдыхает, засыпает. Он уставший. Да, Чакушечка, будешь спать, да? Да, покакали мы пришли, когда приехали. Покакали, да. Молодец. А что ты ротик открыл? Что-то ротик стал открывать. Чакушка, закрой ротик. Ротик, закрой. Спокойной ночи, Чакушенька. Отдыхай. Намазала носик. Блестяшка теперь носик. А то весь пошелушился. Вот он. Боец наш. Будет отдыхать. Дома, да? Мы дома. А дома и стены помогают. Чё ты ротик открываешь? Чаки. Никогда не открывал ротик. Пришли домой,
пил полчаса, наверное. Не отходил от чашки, так хотел пить. То ли он там стеснялся, то ли непонятно. В общем, такой стеснительный. Все, засыпает ребенок. Отрубается, смотрите. Ой, отрубается. Старичок ты мой, боровичок. Скоро день рождения у кого? У кого? У Чакушки. 11 лет. Давай, солдатик мой, крепись. Всем пока, ребятушки. Спасибо еще раз всем за ваше доброе сердце, за ваши поддержки. Мы это очень ценим. Чакушка засыпает. Зашипела собака. Устала после больнички. Отдыхай. Забыла рассказать же еще про эту, про простату. Ой, простата немного воспалена почему-то, странно. Он же кастрированный. Написано, что простата, господи. В общем, воспалена, будут наблюдать за ней. Это вообще-то странновато. У кастрированных собак такой проблемы не должно быть. Ну, в общем, в итоге вот получилось так, что и простата, и цистит, и вот спровоцировали вот такое все. Ну, слава богу, доктор Клаудия похвалила, что вовремя поехали, быстро, оперативно. Так что, ребят, если есть такая возможность, есть у вас клиники, которые могут и ночью принять, не ждите утра, иначе потом себя не простишь. Чего же я не поехала раньше? Ой, да. Ну, а когда нет возможности, конечно, да, печально. Вот. Вроде все рассказала.